Крытая ледовая площадка, секторы для прыжков в длину и новое покрытие для легкоатлетических дорожек. Все это не рай для спортсменов, а реальность. Если точнее, то новый план-макет по реорганизации стадиона «Волга» на нижней террасе. С планом ознакомился губернатор во время вчерашнего визита в микрорайон. По плану главным объектом станет каркасный тентовый ФОК с искусственным льдом. Рядом расположится поле для футбола и легкоатлетические дорожки. На улице заменят трибуны и освещение. Даже установят новый теплый туалет. Пока план модернизации стадиона рассчитан на 2 года, в следующем, 2019 году, запланированы работы стоимостью чуть более 11 миллионов рублей. Параллельно с осмотром стадиона обсудили проведение приближающегося международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Проведение мероприятия пока запланировано на конец октября, но активная подготовка спортивных объектов и площадок уже идет. В рамках форума будет целый ряд больших событий и спортивных, и деловых, и культурных. Мы ожидаем более 4000 участников форума, в том числе, понятно, что это будут представители других стран, достаточно большое количество. Планируется приезд и представителей федерального правительства и Государственной Думы. Кто конкретно это будет, пока неизвестно. Оргкомитет решено собирать почти каждую неделю. На прошлой неделе, дорогие коллеги, мы с вами провели организационный комитет по предстоящему большому международному форуму, спортивному форуму России, спортивной державы. И для нас крайне важно, чтобы мы на профессиональной основе еженедельно, достаточно активно занимались подготовкой этого уникального мероприятия. По словам губернатора, необходимо создать институт развития физической культуры и спорта, с помощью которого станет возможно привлекать частные инвестиции в развитие инфраструктуры. Александра Волкова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.